Календарь сегодня открывается первый за 36 лет съезд Трудовой партии Кореи. Как ожидается, партийный форум под председательством Ким Чен Ына определит новые приоритеты развития страны. В Пхеньян прибыло беспрецедентное количество иностранных журналистов, почти 130 человек. Северокорейские власти пустили всех, кроме представителей Республики Корея. Столица украшена флагами ТПК с изображением серпа, молота и кисти, символизирующих союз рабочих, крестьян и интеллигенции. По городу также установлены баннеры с лозунгами «Съезд победителей. Великая партия мать». А напомню, что предыдущий, шестой съезд ТПК прошел с 10 по 14 октября 1980 года под председательством Ким Ир Сена в Народном дворце культуры. На нем подвели итоги социально-экономического развития, утвердили второй семилетний план развития народного хозяйства. Народу в качестве преемника Ким Чи Ир Сена представили его сына Ким Чен Ира. Съезд 80-го года собрал около 3000 делегатов и 180 иностранных представителей из 120 стран.